Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Поймай курицу, если сможешь». И у нас в игру введен новый герой, которого звать Кузи. Но его нужно получить еще, конечно же. Ну что, 351-я миссия, поехали. Думаю, справимся, но здесь загадочный Раф 39 уровня. Довольно серьезный противник, 39 уровень. Просто так не убьешь. И придется тут, естественно, попыхтеть. Ага, тут еще этот чувак, который толкает, да, вечно. Ну-ка, давай, дедуля, выходи. Так, если что, ураганчиком, да, сместим их. А вот этого вот гадину лучше, ребята. Ты смотри, что творит, а? Нет, по-моему, здесь надо вот так делать. И еще вот таким вот образом. Давай, 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 Раф, погибай. Готов, парень. Так, здесь забор стоит. Опять этот появился, а? Пройдоха. Мне кажется, что в моей команде Янси это самое слабое звено. Опять любовник Брок появился. И арбалетчик. Так, тихо, тихо, тихо. Смотри, что творит, а? Мы до сих пор с преградой боролись. Я офигею. Давай, бомби своего, правильно, вот так вот и делай. Еще выстрел, и мы выиграем. Есть. То есть наши враги нам же и помогают. Забираем 7 монет, 20 опыта и заброшенные музи. Ну что, переходим на следующий этап. Это 352-й. Так, у него есть дедуля, у него есть Лорен, противный паучок и два танка. И два танка. Слушай, мне кажется, Янси нужно убирать. Давай-ка мы с тобой заменим его. Только вот на что? На какую колоду? Ой, карту. А если мы с тобой, например, возьмем магичку? А лучше, наверное, нам тоже взять с тобой Лорен. Вот так вот. Ну что, поехали. Посмотрим, как говорится, кто кого. Возможно, мне надо было убрать ураганчик. Возможно. Сейчас посмотрим, что здесь у нас произойдет. Так, надо их, видимо, сдувать уже. Вот туда вот их. Здесь яд поставим. Так, секунду, 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 не трогайте моего дедулю. Так, Амурчик, выходи. Что-то без тебя как-то тут вообще ничего не клеится у нас. Блин, ты будешь сегодня Лорен стрелять? Она стреляет, но урона как такового не наносит. Ты посмотри. Смех. Так правильно, тут 35 уровня враги. Что ты хочешь от них? Так, мои дедульки тут стараются, но что-то как-то все безрезультатно. Готово. Так, у него же там тоже, вон, я смотрю, стоит пройдоха. Давай, наверное, вот так с собой сделаем. И яд. Шикарно. Так, бабка пошла вместе с нами. Блин, ну как же вы долго бомбите, а, по ним? Ну, серьезно говорю, вот посмотри сам. Так, минус арбалетчик. Гринч, пускай выходит. Еще выпустим с собой одну Лорен. Ну все, в принципе, ему сейчас крышка должна быть. Посмотри на его здоровье. Посмотри, сколько у нас юнитов. Есть. Наконец-то победили. Ну что же, забираем награду. Друид-алкоголик. И переходим на следующую миссию. 353-я. Ну а тут у нас, я вижу, легендарную карту. Именно вот этот вот краб. Плюс у него Мэнни, лечение и замедляшка. Блин, наверное, надо было нам все-таки Лорен заменить.
А может быть даже Гринча. Хотя Гринч на самом деле крутой. Так, вот это вот мне не нравится, что они тут идут всем стадом на меня. Давай вот так вот сделаем яд. Допустим. Давай, по своим бомби, пожалуйста. Чтоб чужие, как говорится, боялись. Так, минус. Что-то мне подсказывает, что он уже проиграл. Посмотри. Вообще бесполезный вот этот вот робот, который он призывает, который может отравить. Очень мало урона он наносит и очень быстро погибает. Поэтому лучше его не берите. О, неплохо денежек привалило. Так, опыт и Амур Аркинсон. Ну что, поехали в бой. Думаю, с этой командой мы справимся. Ага, любовник Брок идет. Ну, допустим. Опачки, он вызвал дедулечку. Так, этого надо хмыря уничтожать. Как можно быстрее. Этих отодвигаем. Туда, правильно, в кислоту их. Смотри, какой, а, Брок. Идет хоть бы что ему. Нет, не вздумайте сюда идти. Так, запинываем их. Нормуль. Так, выпускаем еще одну Лорен. Вот, пускай по своим бомбит. Так, этого деда надо шваркнуть. Да что ж ты, не добил ты его, а? Давай, наяриваем. Двоих сразу в минус. Гринч, выходим. Так, бабку побили, ну и, соответственно, главного героя тоже мы с собой уничтожили. Что у нас тут? Грабительница Гретта. Ну, а в этом поединке, я смотрю, у него есть лепрекон. Плюс вот этот вот дуболом, так его назовем, да? Заводной робот Мэнни, но уровень не особо сильный. Поэтому только лишь вот я смотрю, друид, алкоголик, 34 уровень. Так что должны справиться. Еще к тому же я, наверное... А если я возьму вот этот отряд, а? Что скажешь? Да, Мэнни, конечно, это будет напряженка. Но вдруг мы с тобой сможем здесь выиграть каким-то чудом. Вот этот робот, да, я про него что-то забыл, ребята. Про этого чудо-робота, ёк-макарёк. Вот что он делает. Зачем-то кролика-то подбил. Надо было не это делать. Сейчас удар. Сейчас ударит и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри. Так. Видишь, что делает лепрекон? А, он тоже резает, прикинь. Как наш дед, он может резать. Оу. Так, минус друид. Так, опять этот робот вышел. Давай, быстрее его надо уничтожить. Все, отдуплился парень. Бежим. Так, может быть, не успел, да, этот Мэнни воспользоваться своим шансом. Все. Ну, здесь зарешал, конечно же, у нас стрелок. Так, почти ничтожный Джоу и Кристал. Вот такие вот выпали нам персонажи. Кстати, что у нас? Подожди к секунду. Что мы с тобой вот здесь вот? А, сундук готов. Так, рыжая Джина, Пузи, Гретта и Финики. Как-то жидкие награды нам дают с собой. Так, следующий сундук на открытие и продолжаем поединки. 356-я миссия. Здесь у нас... Так, Полли. Тогда я возьму вот этот отряд, потому что мне нужно будет стрелка, естественно, травить. А травить мы можем только через кислоту. Начнем так и вот так. Вызываем деда. Блин, не нравится мне вот это все. Так, пускай они летят. Сюда мы с тобой яд воткнем. О! Тихо. Как ты умудрилась пройти-то? Скажи-ка мне на милость. Цветочный дед, выходим. Так, у него Лорен.
Мы тоже тогда вызовем. Да чтоб тебе. Смотри, что творит, а. Я ничего не могу. Еще и этого вызвал, а, сюда. Травителя душ. Так, бежим, бежим, бежим. Все, 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 все радостные, довольные. Отравили мне Гринча. Гринч сейчас, естественно, погибнет. Давай вот так, наверное, сделаем. Плюс яд. Пока вроде бы неплохо. Так, мой дед. А, так у него уже поле вышел. Ёк-макарёк. Вот кто бомбит издалека всех моих юнитов. Так, ну-ка давай. Забомбим их. Как только мы подходим вплотную, то все. Шансов у него на победу, конечно же, уже нету. Вот и все, что и требовалось доказать. Давай, быстрее сундук открывай. Нам надо идти дальше. 357-я миссия. Так, что у него здесь? 5-й уровень легендарки. Стена 9-го уровня. Плюс у него есть кексик. Ну, я думаю, что это ерунда. Стрелков у него нету, да? Стрелков, я имею в виду дальние атаки. Дальние атаки вроде бы нету. Можно взять вот эту вот команду. Давай попробуем ей сыграть. У него есть бегун, но у нас цветочный дед. Вот против этого только не знаю, что делать. Да хорош со своим забором тут. Блин, мы сейчас будем 3 часа забор ломать этот, а? Вот-вот-вот, вот на это он и рассчитывает, да? Ух, ё-моё. Так, погоди секунду, а если я вот так сделаю? Вот это трэш. Смотри, что вытворяет. Офигеть, вот здесь я лопухнулся. Короче, ребят, я не буду менять команду. Это бред получается. Как только я меняю, почему-то враг меня сразу сметает. Ну, потому что здесь нету возможности у меня, видишь, ураганчика. Был бы ураганчик, я бы хотя бы их откинул бы назад бы и уже начал бы издалека их бомбить. А здесь он подошел вплотную к этому забору, и что я сделаю? Да ничего. Так что сейчас будем их сдувать. Вот таким вот образом. Летите отсюда, к ё-моё. К ё-моё. К ё-моё. К ядрене фени, хотел сказать. Конечно же. Так, что-то у меня тут, по-моему, не получается, да? Так, дед цветочный побежал. Так, закалываю этого гаденыша. Так, мы с тобой вызовем Лорен. Вообще чётенько. Кого в следующем позовем? Давай, наверное, цветочного деда. И еще одного амурчика. Ну, бомби в своего, что ты стоишь там? Не захотел, да? Так, у нас есть ураганчик. А все, по-моему, ему крышка. Или не крышка. Нет, все-таки мы его побили. Да, лучники мои дали, как говорится, ему просраться хорошенько. Ну что у нас тут? Шаропопка. 358-я миссия. Здесь, я смотрю, у него бабка 5-го уровня, да? Плюс Полли. А мы сейчас с тобой кое-что заменим. Я вот все склоняюсь. Может быть, нам пиратку с тобой взять, а? Как ты думаешь, не хочешь? А вот если мы не возьмем, блин, уровень маленький, 8-й. А так бы издалека бы неплохо бы она бомбила. Слушай, а давай вот так вот сделаем. М? Как ты думаешь? Будем с тобой с магичкой ходить. Поехали. Хотя уровень показывает, что сложный будет поединок. Сейчас мы с тобой проверим, насколько он будет сложным. Так, бежи, да, охламонка. Кузнеца еще позвал, ко всему прочему.
Так, магичка. Так, она собирала тут целую кучу своих этих танков. Посмотри. Ага, вот и Мэнни. Вот и Мэнни явилась, как говорится, не запылилась. Туда-туда, в кислоту, естественно, всех в кислоту. Ага, вот и курятница вышла. Что ж тут творится-то? Ёк-макарёк. Опять пулю вышел. Ну, мы кого-нибудь сегодня уничтожим или нет? Давай еще одну магичку позовем. Окей. Слушай, ну вот эти вот маги очень хорошо закидывают своей, как говорится, магией. Враг даже ничего не успевает сделать. Все. Вот, как говорится, и победа за нами. 95 гемов. Неплохо. И опять же нам выпала кристалл. Так, ладушки. Предпоследняя миссия. Что у нас тут? Лорен. Так, это у нас чувак с базукой. Да, в принципе, ерунда. Мы должны здесь справиться. Так, опять этот толкатель вышел, а? Как он меня бесит. 19 уровень, но он фиг пробьешь его. Смотри. Нормуль. Так, давай-ка позовем мага. Да, очень какой-то крепкий чувак. Я вот думаю, может быть, нам с тобой пора уже вот так вот делать. И яд. Так, минус кузнец. А, это Брок погиб. Кузнец до сих пор еще пока стоит здесь. Гринч, молодец, красавчик. Слушай, а что это она дупилась у меня? Не понял, магичка-то почему погибла? Ух, вышла. Вышла пакость. Погулять. Так, по-моему, вот это у нас отражение, да? Да ты хорош уже. Смотри, что творит. Так, нам нельзя допустить, чтобы вот эта вот гадость бомбанула вот сюда. Допустим, надо будет травить их там как можно быстрее. Давай вот так вот сделаем. Все. Дострелялись. Так, минус любовник. Сейчас и кузнеца с собой прихватим. Все, у нас остался один одинешник без всякой помощи. Ну, с вахтершей 3 часа возюкаемся, я не понимаю. Есть. Не устоял он против нашей, конечно же, массы юнитов и проиграл. Ну, а мы с тобой получаем сердитую бабулю. Ну, вот и последняя миссия у нас. Так, секундочку, ребята. Я кое-что хотел посмотреть. Так, у нас новый герой, да? Вот он. Это у нас Кузи. Что у него есть? Противники вокруг этого героя постоянно теряют здоровье. То есть как бы он ауру гниения, да, включает. И иногда придаст твоему герою ярость. После смерти пошлет волшебство бешенства на 3 секунды. И после удара возвращает 50% повреждений противнику. То есть это, грубо говоря, такой шаман Кузи. Плюс это ко всему легендарная карта. Вот оно что. Ладно. Ну что, а у нас последняя с тобой миссия. 360-я. Сейчас мы заберем с тобой здесь награды. И я думаю, здесь без проблем мы с тобой сможем победить. Так. Великан 4 уровня. Ну, в принципе, и все. Ну, вахтерша, конечно же, 8 уровень. А, вот тут у него еще и Полли. Тот самый стрелок, да, издалека, который будет бомбить. А, у него еще и робот есть. У него еще есть робот. Робот-стрелок. Так, вызвал тугодума, ё-моё. Что мы с тобой сделаем? Давай, наверное, вот так вот. Вот он, ребята, этот робот.
Надо его срочно травануть. Шикарно вообще. Бомбим. Слушай, по-моему, сейчас будет победа. А вот и все. Тут как-то уж больно быстро мы с тобой справились. Золотой сундук. Так, монетки. Опыт. Буря. И пузи. Вот, в принципе, ребята, и все. Мы пошли с тобой в портал. Сундучок нам дали еще. Так, рыжая джина. Рабовладелец Мок. Так, обезьянья кислота. И волосатый Андре. И мы с тобой перешли на 19 главу. Это круто. Блин, я хочу вот этого дракона себе получить. Да, много хочем, но мало получим. Ну что, друзья мои, на этой ноте, наверное, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!